Друзья, продолжаю показывать участки на Мацесте. Небольшой, аккуратный, ровненький участок на краю леса площадью 3,3, как раз для того, чтобы построить такое загородное жилище. Вот прям смотрите, какой царский лес вот тут. Там вот ручей где-то вдалеке. Дорога подходит как раз к участку. Участок ровный. Что мне дико здесь нравится, это, конечно, виды. Вон там вон виден Ахун. Вот он. Видите, вид на Ахун. И, соответственно, вид на окружающие горы. Такой вот замечательный небольшой участок. Самое главное, и цена вас тоже здесь очень и очень порадует. Поэтому пишите, звоните, ставьте лайки. Участок божественный. И тишина. Обожаю Сочи за тишину.